люди просто-напросто были напуганы, потому что под большим секретом, полушепотом людям передавали, что там азовцы кого-то подрезали, азовцы кого-то убили, вот, стрельбу открыли в кафе. Вот, и все понимали, что это им сойдет с рук безнаказанно. Люди боялись ездить в транспорте, потому что там были вот, шальные пули могли залететь в маршрутку. Вот, так один раз и было. Люди боялись просто проходить мимо. И все это нагло на глазах власти, вот эта вот свастика на заборе висела, вот СС,